Я уж соскучился по твоему да-да. Ну-ка, Сахар, да-да? Да-да? Отлично. Так. Да? Ого! Ого! Да-да? Ого! Ништяк. Ну-ка я... Окей. Ты это что такое? Ты видел, что-то сейчас пробежало? Как будто лягушка. Или это меня глючит уже? Реально крыса. Ля ты крыса. О! Бляха, напугали, так. Давай. А вот держишь. Бля. Нихера себе, казнил. Вот будет. Тихо. Ты кто? Ты чё? Когда? А так хорош меня выдвигать-то. Бляха, вот они. Помогите. Бляха, сохранился. У тебя есть вообще на продажу, чем появилось, нет? ГПшка. Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами Сталкер Тень Чернобыля. Вот, Чернобыля. Мы с вами нашли документы в лаборатории X-16, нашли призрака, мертвого призрака, короче, нашли. Вот, у нас был сон, короче, в этом сне мы увидели снова стрелка. И фишка, короче, которую я не понял. На фотке, я так понял, на которой вот у нас есть фотка, да, этого стрелка. И лицо призрака, как сказал Меченый, это один и тот же человек. Вот в это я не въехал нифига. Вы сказали, короче, в комментах сопоставить факты. Но я все равно нифига не понял. Вот. Такой вот, вот я уж... Итак, нам нужно, короче, отправиться к Сахарову, выбраться из лаборатории через секретный тоннель и поговорить с Сахаровым. Окей. Также нам нужно отнести документы бармену из X-16. Вот. Ну, найти стрелка, понятно. Так. Из сна, которую мы посмотрели, мы поняли то, что нам нужно найти некого сталкера по кличке Проводник. Вот. Он находится у нас на кордоне. Вроде как, да. Так. Ну, это понятно, он чувствует лагерь. Вот. Так что первым делом идем к Сахарову. Потом относим документы бармену. И отправляемся на кордон искать проводника. Вот. Тут у нас... вояки, как обычно, да? Вояки. Тут мы убили с вами снорков. Они тут ползали. Вот. Конечно, в X-16 пришлось попотеть, потому что мы с вами встретились с контролером. Помимо этого... Так, снорк. Помимо этого... Там надо было бегать, короче. Так, у нас уже 5 ног с ног. Окей. Можно Сахарову, кстати, отдать, он просил. Вот. Также, помимо контролера, там было, короче, на время надо было отключать генератор. Все излучения там видели, да? В колбе какой-то мозг огромный. Я не знаю, чей это мозг. Вот. И мы выяснили, что все излучатели, вот этот... Это рукотворное, ну как, дело рук человека. Так, погоди. Тут огонь. А здесь никак не закрутить. Жесть. И что вы мне прикажете делать? Бляха, я устал. Я уже устал. Ага, хорошо. Хорошо. Тут нам не пролезть. Нам придется идти. Так, я проголодался. Нам придется проходить через этот огонь, короче.
Хорошо. Хорошо. Перезарядка. Не забываем это дело. Не забываем. Там так жестко, короче, долбят, слышишь, да? Как будто... Не знаю, как будто с ракетой какой-то. Это, может, вертушки там долбят так? Чисто, чисто. Патрончики, гранатки. Патрончики, гранатки, хорошо. Теперь знаем, что... Ой, ёпта! Теперь знаем, что... Ой-о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 й. Теперь знаем, что контролера эффективно убивать, короче, гранатами. Мы же гранатами, в принципе, его закидаем. Бля. Кадавра. Абракадавра. Твою мать. Воу-воу-воу-воу-воу. Кадавра. Так, а второй я его там ранил, наверное, да? И убил. Возможно, что убил, да. Так. Хорошечно. Оружие. То есть ножик. Тюпа. Во-в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 о, твою мать! Гигантус! Беги-беги-беги-беги! Да ну нафиг! Ху! Да ладно! Вынес, так! Бляха, патронов вообще нет. Ни хрена себе! Ля, у него рожа. Просто смотри, как его перекосило. Так, туда или сюда? Там, по-моему, решетка, я смотрю. Возможно, там, может быть, что-нибудь лежит. Но это не точно. Бляха, все пусто. Все пусто везде. Охренеть тут. Лабиринты. Ничего там нет. Ну вот это, я так понимаю, оно сейчас так вот, как бы соединяться, наверное, будет вот эта труба. Хотя не факт. Пусто. Так, а что по патронам с пистолета? Перезарядиться надо. Так, спекали у нас нормально. Давай спекали походим. Потому что... Ё-моё! А чё? Я тупо убрал, короче. Пистолет, я думаю, чё мне... Зачем? Так, погоди. Тут кто-то рычал так сильно, так мощно. Бляха, всё пусто. Бочку главное надо раздолбить. Который взрывается. Так, окей, пусто. Движемся дальше. Это, возможно, гигантус проделал такую дыру, да? В решетке. Потому что такую дыру еще можно сделать только что-то большое и сильное. Так, отлично. Мы нашли выход на поверхность. Теперь нужно... Как... Охренеть! Охренеть! Бляха, вот что, отключили, короче, пси-излучение, да, и все, 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 сразу все поперли. Так, погоди. В принципе, недалеко от Сахарова. Нужно найти... А, они там защищают, короче, этих зомбаков. Я думаю,
Ну, меня-то они не увидят, наверное, скорее всего. Хотя фиг знает. Если увидят, то это будет плохо. Так, как мне это? Выбраться? Надо аккуратненько, чтобы не разбиться. Оп. Оп. Отлично, Вечный. Излучение отключено, ты жив. Мы вызвали пару военных вертолетов, чтобы они зачистили территорию зомби. Поэтому ты туда пока не ходи, чтобы не попасть под обстрел. А кстати, будешь поблизости, загляни к нам в бункер. Это Сахаров вызвал военные вертолеты? Он типа контактирует с этими свояками, что ли? Но соваться я все равно туда не буду. А, смотри, улетели. Все, зачистили. Понятно. Так, кадавры там блуждают. Ну, ладно, я попробую с ними не связываться. Так, сторонкой обойду, так, погоди. Выбрались через бункер. Смотри, поперли. Видимо, оттуда, да, с той территории, короче, которая под обстрелом была, поперли. Видишь, снорки. За пределы. Конечно, жить-то хочется. Жить-то хочется. Смотри, забегал. О, вон пошел. Кыш отсюда. Так, по делам тебе. Так, нога. Ногу я заберу. Окей. Все, в принципе, хорошо. Все, в принципе, гладко. Все хорошо. Да-да? Да-да? Нет? Где твой да-да? Я уж соскучился по твоему да-да. Ну-ка, Сахаров, да-да? Да-да? Отлично. Так. Вы замечательно потрудились, Меченый. Отключение излучения позволяет снарядить новые экспедиции и исследовать недоступные прежде территории. И еще, впредь в отношении вас мы будем следовать максимально благоприятной ценовой политике. Окей, спасибо. Так, мне нужна работа. Принести часть тела снорка у меня есть, кстати. Я берусь, давай. Я по поводу здания, на, держи стопа снорка. Так, 2,5, хорошо. Научную аптечку мне дал. Так, что еще? У меня, погоди, у меня что-то есть. Это бенгальский огонь. Капля. Да-да. Огненный шар. Слизняк. Да-да. Так, золотая рыбка, пружина батарейки. Там какой-то гравий нужен, но у меня нет. Ладно, допустим. Да-да. Погоди, я сначала сейчас тут выложу тогда ноги снорка. Все. Потому что они мне, в принципе, не нужны. А артефакты я сейчас тебе какие-то продам. Вот. Что еще? 11 гранат, пятерку мы оставляем. Так, вот эти вот 4 нормально. 3. Так, вот это 13 у нас. Оставляем 5 бинтов. Хорошо. 5 аптечек таких. Нормально. В принципе. Хоть немножко, короче, оставить место. Так, что у нас здесь? Нападение на персонал, завершение. Отчет об исследовании группы, личные заметки, военный барбнен. Окей. Выжигатель рукотворен, в шаге от призрака. Еще одна загадка, второй сон. Так, это мы все читали. Это мы все видели, это мы все знаем. Окей. Так, Сахаров, иди сюда. Поторгуемся. Будем торговаться. Иди сюда. Смотри, у него пень. Наверное, второй стоит, да? Второй пень. Да-да? Стоит.
Да-да, правильно. Так, печеный, что тебя интересует? Окей, меня интересует, что у тебя есть вообще из товара. Какие-то тут супер-пупер комбинезоны. Окей, производимый одним... Комбинезон Сева. Производимый одним из оборонных киевских НИИ, данный комбинезон предоставляет отличную альтернативу другим сталкерским комбинезонам, изготовленным в кустарных условиях. Представляет из себя отличное сочетание бронированного комбинезона, системы дыхания с замкнутым циклом, а также встроенной системы подавления действия аномальных полей. За счет удобного подбора материалов является хорошим выбором. Единственный недостаток – его цена. 45 косарей. Но, в принципе, для нас это небольшая цена. Но я не знаю, что лучше. Оставить комбинезон призрака или взять вот этот комбинезон. Вот. Так, патроны я заберу. Окей, для дробаша у меня патронов, в принципе, хватает. Вот. Так, а что тебе продать? Продать тебе надо вот это. Кровотечение, да, получается. Так. Вот это. Потом. Радиация 10. Погоди. Радиация 10. А, ну все правильно. Окей. Так. Огненный шар, выносливость плюс 36. А у меня же есть, да, какой-то там вынос... рыбку вот эту вот золотую я тоже продам. Так, радиация минус 30 у меня есть. Значит, так, радиация минус 30, здоровье плюс 400, радиация минус 20, минус 30. Вот это я тоже продаю тогда. Кровотечение, удар, электрошок, стойкость, выносливость плюс 36. А, у меня есть плюс 73. Окей, нормуль. Получается на 27,5 косарей, короче, я тут сейчас нотариусь. Вот, окей. Хорошечно. Насчет комбинезона, не знаю. Давай, наверное, купим просто. Если нет, я его просто уберу в тайник, окей. Все. Сейчас сравним, что у нас по этому комбинезону. Да-да? Ого! Ого! Да-да? Ого! Ништяк! Ну-ка, я этот, короче, бронекомбинс да-да? Оставляю. Я могу продать его за 30 косарей, короче. А вот этот я могу продать за... В принципе, да-да? За 15, а этот у меня возьмет, короче, его за 9,5. Да, я его продам. Всё, ништяк! Спасибо, Сахаров. Спасибо. С тобой приятно да-да? Иметь дело, чувак. Так. Здесь все. Здесь, в принципе, все. Теперь нам нужно зачистить логово снорков. Нет, этим мы заниматься не будем. Окей. Теперь отправляемся к бармену, чтобы отдать ему... Отдать ему, короче, документы. Все, в бар. Я надеюсь, в баре... Надеюсь, в баре утихло все, потому что там был какой-то кипиш вообще жесткий. Надеюсь на это, что там все отлично теперь. Теперь нужно только пробраться, короче, через территорию, через эту, по-моему, дикая, да, территория, или как там ее называют, через нее, чтобы... Так, окей. Всякие списания приходят, короче, в сбире. Так, через дикую, да, территорию, через эту. Там наемники, бандиты, короче, снорки, кровососы, помните, да? Там вообще дичь какая-то, собак целая куча, надо, короче, будет сейчас аккуратно проходить это все. Вот, чтобы... Чтоб, короче, нас не покромсали. Окей. Чуть дождина. Так. Псевдособакин. Это псы. Это что такое там? Погоди.
А, псина. Так, я пекаль, наверное, возьму. Вот это что такое? Что это такое? Ля ты смотри! Ля ты смотри! Ля-ля-ля-ля-ля. Так, стопы, я возьму ружье, наверное. Так, я хочу проверить, что вот это такое. Аккуратно. Спокойно, аккуратно, чтобы собаки не загадили. Не загрызли. А, это кусок дерева валяется. Понятно. Я думал, это что-то такое, знаешь, там интересно. О, смотри, бегут. Белокрылые. Пошла вон. Пошла вон. Отлично. Собаки-альбиносы. Собаки-альбиносы. Опа, какуля. Тоже заберу. А, кстати, стопу с норка можно было, наверное, продать этому Сахарову. Но я думаю, что я, короче, наверное, еще вернусь туда. Возможно. Возможно. Поэтому я потом продам, наверное. И собачьи какашки вот эти... названием хвост. Куличики эти. Отлично. Так, хвостов псевдособак здесь нет. У этих мы проверяли, да, не было ничего. Окей, ладно, перезарядка и пошли. Одна свалила. Одна испугалась, свалила. Так, теперь... аккуратно, спокойно. А, кстати, у меня приборы это все эти исчезли, да? А, нет, смотри, у меня остались эти. Но они не весят ни черта, поэтому пускай они остаются у нас. Так, это я заберу. И здесь аккуратно, спокойно надо. Кидать вдруг отсюда эти артефакты палаться. Все же может быть. Так, слишком близко. Это... Я же правильно понял, да, чтобы активировать артефакт, чтобы он вывалился, короче, из аномалии. Нужно активировать аномалию. А вон, смотри, там что-то лежит. Потому что не активируется нифига. Это у нас опять хорошо. Так. Вон артефакт вылез. Опа, опа, слишком близко. Хорошо. Ладно. Шар я забираю. Так. С тебя чемпион вылез. Все хорошо. Я вроде как понял вот эту систему, короче, по добыче артефактов. Так, а вот здесь нужно аккуратно быть. Наверное, нужно взять автоматику. Потому что последний раз, когда мы здесь проходили, было очень-очень опасно. Так, а туда надо обходить? Или я смогу здесь обойти? Могу я здесь пройти? Нет? Ладно, идем. Идем здесь. Вагончик мы этот осматривали? Я вот не помню. Или в него нельзя зайти? Там свет вроде горит. Вот. Ну, осматривали, нет? Ветер свободы, комбинезон. Ну-ка. Да, это, наверное, я выбрасывал тогда комбинезон. Херня. У нас мощнявый просто. Наш комбинезон просто мощнявый.
Да, мы это смотрели. Это, наверное, я и выбрасывал тогда комбинезоны. Так, вот, в принципе, здесь вот. Лагерь наемников, наверное, был. Цепочка на руке мешает. Впивается просто в кисть. Окей. Ты это что такое? Ты видел, что-то сейчас пробежало? Как будто лягушка. Или это меня глючит уже? Такое маленькое. О, смотри, смотри, что это, что это, что это? Я такого... Что это такое? Бляха. Оно маленькое и страшное. Эй! Ну-ка, стопы. Сюда иди. Это крыса? Это мутированная крыса. Смотри, смотри, смотри. Реал. Реально крыса. Хера. Что-то новенькое, да? Ха-ха. Ля ты крыса. Так, псина. Бляха, вот не знаю, что лучше. Дробаш взять, оставить пока. Или с винтовкой поесть, с калашом. Лёха, ни хера там собак. Шла. Хера. Я в нее сколько... Я обойму, короче, дроби высадил. Оно только вот так вот пошевелило ушами, как будто там... Так, а правильно я иду? Вообще да. Вообще да. Так, у нас где-то здесь заначка чья-то. Походу дело. Под землей что? Ладно, в принципе. Так, вот здесь аккуратно, вот здесь я помню, снорк выпрыгнул. О-о-о-о, да, у меня один здесь. О, их там три. Или там собак, вон там их три. Три. Да что ты? Эти снорки поганые. Они то быстро дохнут, то... Пошел. Да в смысле? Нога? Нога? Да-да? Нога? Так, там еще один был. Ну иди сюда, говнюк. Сейчас я тебя тут урую. Свалил. Зассал. Говнюк. Так, ладно, собаки. Бандюкан, твою мать. О, крыса, крыса! Это крыса! О, капельки. А с этих крыс-то что-нибудь выпадает или нет? Бляха, не ожидал вообще крысу увидеть. Развелось. Так, а ну там мы смотрели что-то? Там что-то такое вот... А-а-а, понятно. О, смотри, артефакт. Аккуратно. Бляха, ты смотри, вон артефакт. А как его взять? Смогу вытащить эту слюда? Смогу вытащить эту слюду? Отлично. Видал? Видал? Это новый артефакт. Ладно, потом посмотрим. Тут какие-то боевые действия. Это потише будет. Посмотрим, что это за слюда.
Так, откуда стреляешь? Откуда? Ты где? Васек Бандюганов, ты откуда где стрелял? Или его захерачиваешь? Так. Так. Кореш, помоги! Вали! Вали его! Где-то там? Где-то здесь. Мать. Это, наверное, босс. Капюшонь. О, бляха, напугали-то. Давай. А вот держишь. Бля. Нихера себе, казнил. Охренеть. Вот тут, кстати, это больше не кидайте тут своих друзей, не бросайте там. Ствол прибери для начала. Да мы же друзья, ты чё? Доброго дня. Окей, чё расскажешь нового? Да я как-то не в курсе последних событий. Окей, понятно. Так. О, нога снорка тебе нужна? Это нужно. Потом еще наберем. Так, давай посмотрим, что это такое. Кровотечение минус 400. У нас есть какой-то минус кровотечения. Сколько там? Кровотечение минус 267. Ништяк. Значит, вот этот слизняк мы можем продать будем, а вот этот мы оставим себе. Нормуль. Аномалия Холодец способна породить такой артефакт при редчайшем экстремальном наборе физических условий. В результате получается полупрозрачный твердый объект. Артефакт дорогой и редкостный. Ништяк. Так. Ставим себе. Оп. Остальные продадим, короче. Да? Да. Так, погоди, там ружье какое-то. Ну-ка, новое. Ну-ка, ух ты. Модифицированный, но уменьшенной дисперсии этот спас 14 плохо подходит для стрельбы дробью. Зато идеально для стрельбы жиканом или дротиком. Во-во-во-во! Ну, дротик у меня есть, да? Хорошо. Тогда, значит, разрядить и выбросить. А вот это мы с собой возьмем. Смотри, спас 14. По 8 патронов. Я помню, в какой-то игре, помню, короче, давно еще играл. Спас 12, короче, был. Он стрелял какими-то огненными, ну, такими этими, взрывными, что ли, разрывными, что ли. Дробью разрывной, что ли, какой-то там. Бляха, вот это было круто. Так, все, да, здесь ничего нового. История, журнал, данные, справка. Справки у нас тоже ничего, никаких новых фольклоров и еще подобного. Окей, погнали. Можно испробовать будет. Тихо, ты кто? Ты че, когда? Так хорош меня выдвигать-то. Так, дружбан. Отойди, я его завалю, а? Отойди, пожалуйста. Да в смысле, Ты как, живой? Огнулся? Хорошо? Бляха, еще один пистолет. Ну мой, мой намного круче. Да, смотри. Вот это вот точность побольше. И он с этим, с глушаком. Ну и хер с ним. Так, эти патроны я заберу. Водяру я не пью. Все, хорошо. Так, ты кто? Хорошо.
Окей. А, это долговцы. Отпусти нормально. Отпусти оружие. Да нормально все. Я пройду просто мимо и все. Парень, отпусти оружие спрячь. Смотри, тут кто-то спрятался. Че здесь спрятался? Илья Калека. Илья Калека. Все, ништи пуль. Ну, в принципе, все. Мы, наверное, пришли, да, там получается. Наушники опять. Наушники другие. Вываливаются. Из ушей. Уши кривые. Все, мы сейчас, короче, на территории долго. И я надеюсь, что здесь все утихомирилось. Ищем бар. В смысле? Ищем бар. Так, по крайней мере, эти меня не трогают. Но они вроде и не трогали, было все хорошо. Так. Ну, трупаки лежат. Отдыхает. Как, чуваки, как здесь это? Утихло все, нет? Все нормально? Я могу теперь здесь проходить? Тут несколько сумасшедших бегало, короче, что-то на меня агрились, непонятно. Я не знаю, что я им сделал. Бляха, вот они! Помогите! Я просто не хочу стрелять, потому что сразу начнется типа: «О, здесь враг, здесь предатель, мочите его!» Все, они ушли. Бля, сохранился! Уроды! А есть какой-то обходной путь? К бару. Ты что, нахер? Нахер? Парни, парни, помогите! Помогите там. Ах, там хулиганы зрение мешают. Блеха, он там бегает. Вон он. Я не знаю, как по-тихому как-то пройти. Вот что за два... Из-за каких-то двух утырков, короче, мне тут... Мне тут проблема, блин. Что я им сделал? Ты от меня не уйдешь! Что я им сделал? Хорошо. Отлично. Там это. Тебе, наверное, можно стрелять? Нет, тебе, наверное, нельзя, ты сталкер обычно. Там проходи, это. Не задерживайся. Тебе, наверное, можно, Жорик. Проходи, не задерживайся. Жора, тебе можно, наверное, стрелять. Там это. Два дебила, короче, сидят, они мне проходу не дают. Уже какой раз. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Не тормози, мужик. Моя информация может тебе пригодиться. Это что-то. Так, эй, бармен. Подходи, сталкер. Туда. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Ну что, меченый, документы из X-16 при тебе? Да, вот они. Так. Ну что, меченый, осталось только с выжигателем разобраться, и на север проход открыт. Готов сейчас отправиться? Выжигатель... Ну да, наверное, готов, но потом, как бы, короче, решим. Значит так, меченый, защитный прототип у тебя есть, чтобы от выжигателя прикрыться. Координаты бункера я знаю. Не забудь, что прототип не сможет бесконечно защищать тебя от излучения. Ты должен как можно быстрее пробиться в бункер под антеннами и отключить выжигатель.
Что будет дальше, я не знаю. Но чувствую, оно того стоит. Точно знаю одно. Дорога к центру зоны будет открыта. Открыта? Че это? Все, что нужно сделать, это пробиться в бункер под антеннами и отключить их. Берешься? Бункер под антеннами? Погоди, понятно, да. Понятно. А лаборатория X-19, это и есть выжигатель мозгов, да? Да, вот еще, начальнику долга я его отметил тебе на карте, нужен доброволец на выполнение какого-то задания на военных складах. Если интересно, можешь зайти к нему. С охраной я договорюсь, они тебя пропустят. Окей. Так. А, я отказываюсь, да, от задания. Окей. Так. Есть на примете. Уничтожить группу бандитов на Грапроме, достать глаз в плоти, убить сталкера пыль, найти артефакт ломить мясо. Погоди, ломить мясо у меня есть. Да? Здорово, обещанный. Ломить мясо. Как а, или я его продал. А. Женщина. Ломить мясо это мое, да, у меня. Отлично. Окей. Так, хорошо. Что у тебя есть вообще на продажу? Чем появилось? Нет? ГПшка. Мать твою, ГПшка. Бляха. Ну это спад твой. Конечно, ГПшку сейчас купим. Погоди, смотри, здесь какие-то еще. 160 армейский бронекостюм СКАД-9М создан для проведения штурмовых операций в зонах активности аномалий. В составе тяжелый армейский бронекостюм серии ПЦ-3-12П, встроенный компенсационный костюм, шлем сфера 12М. Представляет великолепную защиту от пулевого и осколочного попадания, при этом не снижает подвижность солдат. Наличие сбалансированной системы защиты от аномального воздействия. Это еще круче, чем у меня сейчас. А это что? Экзоскелет. Да ну на. Экспериментальный образец военного экзоскелета в серийное производство так и не попал ввиду чрезвычайной дороговизны и некоторых ошибок в проектировании. Несмотря на это, выпускается малыми партиями на подпольных предприятиях за пределами Украины. Данный экзоскелет относится к третьему поколению. В нем устранены конструктивные недостатки, кардинально снижавшие подвижность, а также усилена броня, представляет великолепную защиту от пулевого и осколочного попадания, но не гарантирует стойкости к аномалиям. Не, мне стойкость к аномалиям не нужна. Бляха. А это что? Спецавтомат ВЛА. Создан на базе бесшумной снайперской винтовки «Винторез», от которой отличается складным прикладом, возможностью вести огонь чередами, а также более емким магазином. Изначально предназначался для применения спецподразделением в условиях атаки, требующей бесшумной и беспламенной стрельбы. Ну, бляха. Если... Нет, нет, ГПшку, конечно. Зачем я вышел? Он сейчас пропадет. Так, я делаю так, короче. Я покупаю ГПшку. Покупаю ГПшку. Так, разрядить. Отсоединить прицел, отсоединить гранатомет. Здорово, обещанный. В принципе, у ГПшки есть... Так, ладно, давай я тебе сейчас продам, короче. Надержи. Прицел тоже забирай, короче. Ну ладно, пускай он забирает, потому что...
Вот так. Так, стопэ. У меня какой-то здесь подствольник есть. Наты, гранаты. Этот подойдет? Интересно. Нет. Я не могу прицепить. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что. Да и хрен с ним, с этим гранатометом, да? Я так полагаю. Пускай оно, короче, у меня вот здесь все валяется. Не тормози, мужик. Моя информация может тебе пригодиться. Вот. Гранаты я тоже не буду продавать. Я сейчас ему все выложу, короче, вот здесь. Так, где ты? Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Теперь, я продам тебе, короче, капли. Продам тебе вот на кровотечение. Удар. Хорошо. Радиацию я тебе продам. Поле стойкость. Все, остальное я оставляю у себя. Так, это что? Это выносливость. Остальное я оставляю у себя. Так, здесь ли? Моя информация может тебе пригодиться. Окей. Подходи, ну, сталкер. Таких, на этом, наверное, будем заканчивать. Хорошо. Блеха, не ожидал я эту ГПшку встретить. Вот. В следующей серии отправимся на кордон. На кордон. Вот. Попробуем найти проводника. Вот. К выжигателю мозгов отправимся позже. Возможно, может быть, накопим на тот костюм. Сколько он там стоит? Вот этот, если он будет. 160 косарей, короче. 160. Мне соточку надо еще накопить, короче. Да, дружище. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. В принципе, мы накопили тогда быстро, да? Я думаю, не составит труда накопить. Возможно. Главное, чтобы он не пропал, этот костюм здесь. Вот. Не тормози, мужик. Моя информация. Кому понравилось, ставим лайки, подписывайтесь на канал, группу ВКонтакте, подписывайтесь на Инстаграм, комментируем. И с вами был Валерий. Всем пока.